Привет, попросил парнишка в комментариях показать ему пошагово, как создать аккаунт украинский, вот, чтобы он скачал себе это Мегагол. Пошагово не буду, объясню смысл. Значит, заходишь в питание, сменить пользователя, создать нового пользователя. Создать, принять, соглашаешься со всей вот этой хренью предложенной. Вот, вводишь сюда либо специально созданную почту, вот, либо какую-то старую, которую ты не регистрировал в PlayStation, короче. Вот, пароль, дальше. Предложат ввести номер телефона, значит, либо пропускаешь, либо вводишь свой номер телефона, которым ты пользуешься сейчас. Значит, потом, как создал аккаунт, при его создании, значит, индекс и адрес любого города Украины, населенного пункта и так далее, ты найдешь в Яндексе. Вот, значит, создал пользователя, зашел на него, карты привязывать не нужно, никакие деньги не нужны, приложение бесплатное. Заходишь в магазин, вкладку приложения, все приложения. Вот оно, Мегагоу. Ставишь его на скачивание, оно у тебя скачивается. Переходишь обратно на свою учетку, которой ты пользуешься. Перешел, ТВ и видео. Здесь откроется Мегагоу. Вот здесь внизу будут вкладки фильмы, мультики и так далее. Выбираешь телеканалы. Телеканалы открываются. Нажимаешь на джойстике кнопочку X и влево крестиком. Вот оно, бесплатное ТВ и всякие остальные пункты. Выбираешь бесплатное ТВ. Все вот эти каналы без замков, они бесплатные. Ты можешь ими пользоваться, их смотреть. Все, что с замками, это по подписке. Подписка недорогая, в пределах 300 рублей, поэтому, в принципе, не составит труда ее купить. Вот. Значит, дальше. Здесь вот на протяжении видео есть вкладочки, кому интересно, сторы других стран. Значит, там у меня была Германия, Индия и, по-моему, Япония. Вот. То есть это все также можно в Яндексе набрать и посмотреть цены и какие там предложения, игры и так далее. Вот, на этом все. Надеюсь, я тебе помогу. Вот, смотри бесплатное телевидение и радуйся.